Вон сосут, они сосут. Смотри, мамку сосут. Что за зверь? Свин, кабан. Вот у них, видишь? Я ты свинья и ты свинья. Все мы вместе свиньи. Потому что у меня целый бак ботвини. Вон еще одну мамку сосут. Мы увеличим. Только и делают, все жрут, больше, по-моему, ничего не делают. О, смотри, хряк-то у него какой, вон он. Это мама или папа? Или это кабаны, по-моему. Это папа? Папа это. Да тут все подряд. У него клыки такие опасные. Он же может ими это, долбануть. Вот если разозлить, он... Вон, у мамаши нету клыков, а это бычара. Да тигр его легко сожрёт, он просто... Бычара-семенитель, вот он жрёт. Хряк. Вот, смотри, пас, смотри, какой. Страус. Это эму. 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 Их тут две штуки. А тут что у нас? Это мини-зибы. А тут что? Ой, а тут петух? Петух еще? Ой, боже милостивый. Тоже жрут. Жвачное животное называется. Какие-то с рогами, с горбом. Не поймешь, о боже мой, это кто такие? Что за звери-то? Ой, это выбежало. Сюда выбежало. Петушок, золотой гребешок. Тут что-то тварюги. Этих-то рога вообще бешеные какие-то. Ой, барашки. Ага. Смотри, бараны, бараны. Понятно, понятно. Ты смотри, он клюнуть может. Все только делают и жрут. Больше ничего у них на уме нету. Вот чем животное от человека отличается. Эти хоть обезьяны что-то бегают. Тоже мартышки. Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. Сколько у нас тут, а? Сломала ногу. И у панки спит. Больше ни на чего интеллекта не хватает, только пожрать. Ой, этот вылез. Вообще грязный, это смотри, какой грязный. Ужас. Фу, воняет. Ой, что такое грязный-то, а ты где был? Он валялся. Смотрите, они все чушки. Барашки. Чушки. Фу. Почему их никто не... Он шерстку не вычесывает. Смотрите, сколько там всякой фигни у него. Шерсти-то, а? Смотрит еще, смотрит на меня. Хочет что-нибудь, чтобы я дал ему пожрать. Больше ничего у них на уме нету.